Всем привет! У нас уже вечер. Всем добрый вечер. Салют. Да. Давай нас поснимай, а ты это. Ты же сказала, не будешь меня снимать. В смысле не буду? Ты сама справлялась. Я такого не говорил. Давай, снимай. Так. У нас здесь полный таз яиц. Ну как полный? Снимай в карман. Почти полный. Так, сколько там показывает? А, ездили только что... Где вот здесь? Да. 37,8. Нормально. Нормально. Ездили только что к профи. К профи ездили. А, это что, убирать? Не трогай это. Ой. Так, вот это сверху вот этот, убери. Этот розовый. Серый вот этот. Серый кусочек, видишь, лежит сверху. Вот да. Угу. Проверили яйца. Вот. Здесь все яйца оплодотворенные. Еще спасибо большое Кантимай. А сколько там, 40 с лишним штук. 43 яйца вроде да, бы. Да, она собирала нам. Вот, Кантимай с Юрой огромное спасибо. Теперь надо как-то это все дело открыть, да? Вот так потихоньку, да. Термометр убирай. Давай по-быстрому, по-быстрому. Все. Так, как бы это дело сделать. Стоп, подожди, давай это. Да, ты должен мне помочь. Пошел один яйц. Угу. Так, надо, ну ладно, не будем считать, да? Время на это тратить. Будет у нас здесь остывать все. Так, а сколько в редке-то получается у нас? Может, я тебе буду подавать, тебе будет давай. Легче? Будем сюда складывать. Фиг с ним. Ого, какое яйцо крупное. Держи. Так. Ой. Стой, не видно мне это. А ты вот здесь рядом ложи, какая разница? Да, решетки будут неудобно. Точнее, нагрузка будет двигаться, она может неравномерно их передвигать. Да? Переворачивай, да, потому что в одной... Есть яйца, половинки, другой нету. Так, держи. Короче, думаю, достаточно будет на первый раз. Первый раз делаем. Всем так, этим все занимаемся. Давай, немножко. Стой. Вот так, стой. На эту сторону быстренько. А давай просто приподнимем. Да, вот так подержи просто. Ага. Вот это. Аккуратно. Сюда положим. И вот эти по центру сюда раз. Ну, смотри, почти это. Все забили, да. На 104 яйца здесь получается. На. Так, сюда. Скрываем. На 25 упал. Ничего не будет, тем яйцам. Ничего не будет. Курица растает, бывает, с яиц. Вспышка. Вот я. Вот смотри, прыгает вспышка на камере. А потому что ты поставила функцию автомат. Да, нужно будет эту функцию убрать. Дебильная функция. Все. Так, все, вот эти полотенчики в стирку. Стирать. Это куда тебе? Нэнсик, выходим сегодня, слышим такой крик. Пришел маркиз, соседский Кузьма. Кот такой. Нет, маркиз. Маркиз? Да, вот этот пышный. Это, не знаю, что они так орали там, криком прям, да, такой прям. Ну, они как бы на нее нападают, а она-то не гуляет. Угу. Она говорит, отойди от меня, говорит, не нравится тебе. И бегом домой. Забежала, мы ее закрыли. Пусть дома сидит. Лишь бы не потрепали ничего, ну не обидели. Нет, они не тронут.
Это кошки между собой могут подраться, допустим, за территорию. Коты могут подраться, а кот кошке ничего не сделает. А что за территорию драться? Она на своей территории. Ну, я говорю, поэтому, если бы кошка, допустим, чужая бы пришла сюда, она могла бы там на нее напасть. И не подраться. Все, есть у нас здесь корм, водичка. Все, пойдем. Там пилотик скучает. Так, сейчас еще поднимается. Дальше есть уже нормально. Я думаю, ничего, они не успели остыть, потому что курица расстается, яиц будет покушать, поэтому... Да и здесь я не скажу, что так прям холодно. Ну да, замерзнуть не успели. Она, может быть, температура в инкубаторе опустилась, а само-то яйцо она не успела остыть. Сейчас поднимется обратно. Хорошо закрыли, посмотри, инкубатор. Да, хорошо. Проверь, все нормально. Ну что, все, пойдем. Домашними делами буду заниматься. А, подожди, надо записать число. У меня маркер там. Какое сегодня число? А фиг его знает. Ладно. Так, вчера, по-моему, было 12-е. Ну, скорее всего, сегодня 13-е. Вчера 12-е было. Нет, вот я вспоминаю, вчера точно было 12-е? Да. Вроде бы, да. Ну, давай будем считать, что, допустим, 13-е. Плюс-минус день. Плюс-минус день. 14-е, 15-е. Так, телефон у меня дома остался. 14-е, 13-е, ну, все не закончится. 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е, 26-е, 27-е, 28-е. Февраля сколько в этом месяце? Пошли там, все это узнаю. Короче, вот сюда пока запишу 13. Руш, ну ты сейчас напишешь 13, а потом, блин, не 13-е сегодня. Как? Сегодня же пятница. Вообще-то, Руш, сегодня суббота. Вот кто меня постоянно путает. Всех шучу путает. Шучу я. Всех. Все, ладно, пойдем там посмотрим. Не только меня. Скажем, что. Ой, надо капюшон надеть. Погода, видите, какая у нас? Это раз. А два. Что-то у нас крыльчиха. Вот мы сколько с Рушаном замечаем. Она что-то к малышам не подходит. Руш, надо посмотреть. Вдруг они открыты там или еще. Ну почему она не подходит к ним? Вот она постоянно здесь сидит. Постоянно. Эх ты, маманя. Ну да. Как не бросимся, так сидит. Как не посмотрим, так сидит. Подожди, я здесь посмотрю. О, надо ей чистить здесь все. Убирать. Она начинает бояться лишних. Смотри, аккуратно она туда побежала. Может, дождемся, когда она выйдет? А? Давай подождем. А то мы сейчас ее оттуда спугнем. А, вышла, да? Так, потихонечку. Надо этот снег, этот трушка стряхнуть. Ой, как сегодня на улице прохладно. Ветерок такой морозный. А вы чё? Красотки, сидите там. Сидите. Свить. И это Рушан. Нормально все. Ну а мы ничего, мы же не посмотрели. Вот смотри, вот видишь. Туда, ну куда их не посмотрели? А можешь чуть повыше подняться? Ну включайся. Все нормально, закрывай. И велятся. Ну раз шевелятся, значит нормально, значит кормит. Ой, какая она здоровая. Надула щеки свои. Ну все, никто не трогает твоих малышей. Посмотреть-то надо было. А то вдруг мало ли там они. Неживчики. И будут лежать там, вонять. Вонять они точно не будут. А вы что здесь? Не замерзли? А. Нет, да. Все, ну, пойдем, Руш. Посмотри сюда. Сейчас надо насыпать их. Так, и здесь надо будет проверить. Все. Ой, воду надо будет поменять опять. Вода замерзла, что ли? Ой, вот она. Угу, Руш. Вода замерзла опять. Снега надо накидать тогда им хотя бы. Что вода моментом замерзает. Ну-ка у тебя. И здесь тоже, видишь, лед. Угу. Эти не шугливые, блин. Да, вот та хоть. Шугливая почему-то. Ну это просто с детства их, видишь, это. К рукам приручила Кристина. Да. Нет, снега просто насыпать ему все.
Ну все, будем сейчас заниматься, кормить всех. Камеру держать не вариант, холодно, рука замерзает. Во. Угу. Все, приятного аппетита. Лучше сейчас снегом, чем водой. Воды, видишь, сегодня тепло налили, и что толку? Теплая она моментально замерзает, потому что... Нет, я не прям теплую, ну такую среднюю. Голубям тоже надо. Все, сейчас я этим туда дам, и все. Угу. Всем привет, и мы с пилотиком торжественно открываем сезон проращивания семян. Блин, хорошо, я школу это выбросила. Сейчас будешь колдовать здесь, да? Да. Кстати, сегодня были у Кантимай в гостях. Она мне здесь тоже подавала семена. Но это семена цветов. Они срок годности у них вышел. Она говорит, хочешь, попробуй, забери. Либо я выброшу. Ну вот, попробуй. Кстати, сегодня еще были мы в магазине «Твой дом». И там у них коробочка стоит с семенами, цветы, кстати, тоже. Не видела, по-моему, тоже... Да там все вроде бы было, цветы там... Это... Точно не могу сказать, но цветы точно я видела. И женщина там покупала тоже семена, смотрела, набрала себе там целую пачку, все. И начала потом уже в коробочке там ковыряться, где вот это вот все просроченное. И продавщица ей говорит, это бесплатно, говорит, выбирайте, забирайте, что хотите. Они говорят, ну почему, типа, она говорит, да потому что просроченное. И смотрю, один подошел человек, взял просроченное, ну, бесплатно там. Второй подошел, взял это. Я думаю, ну, раз люди берут, значит, что-то выходит. Ну, а это, так же она сказала, говорит, а кто знает, может быть, и выйдет. Иногда бывает, свежее покупаешь, не вырастает. Да. Да, тут. Попробую просто поэкспериментирую для себя, чтобы знать. Вот такие здесь тоже вот петуни, музыка, многоцветковая музыка. Угу. Модница. Розовый пунш какой-то. Это точно такой же. Райская птичка. Парижанка. Вот какие-то такие вот разновидности. Все. А, и вот морковочку она дала. Морковь чуточку рассыпалась. Но... Она говорит, у меня она не всходит никогда. Ну, попробуй, может, у меня зайдет. Посмотрим. Сейчас буду проращивать перец. Здесь раз, два, три... 4, 5. Сейчас я сперва найду свою тетрадь. У меня 5 сортов перца. Среди них один острый. Вот, берем 5 дисков и подписываем их. Первый. Подпишем сейчас. Как-нибудь. Блин, да, видно же. А? Видно же. Прилипает. Вот это у нас ветер разгулялся. Второй. Не пойму, диски что ли плохие? Что, не пишешь что ли? Антивандальные, наверное. И пятый. Я думаю, так понятно. Теперь подписываем. Номер 1. 2, 3, 4 и 5. Теперь раскладываем диски. 3, 4, 5. Смачиваем. Чем есть. Как кому удобно. Но главное, чтобы там ничего не плавало. Я никого не учу лично, я просто показываю, как я это делаю. Как меня научили. Так. Такой вот интересный процесс. Я люблю, колдуешь. Зелье варишь, да? Приворотное. Теперь
беру тетрадь. Сейчас я быстренько запишу для себя все это. Здесь напишу, а потом я буду все переписывать в другую тетрадь. Просто на данный момент у меня ничего нету с нашими ремонтами, с нашими переездами всякими. И сейчас я просто перепишу. Для меня. Теперь берем под номером 1 наш острый перчик. Разрезаем его. Оба. Кстати, вот на эту камеру ты снимаешь, а там такой фокус плохой. Давай. Да, я стараюсь следить. Я периодически, значит, если я вправо в левую камеру вожу, значит, я пытаюсь фокус поймать. Да. Попробуем здесь. Первое высыплю сюда. Туда. Конечно, очень удобно пинцетом, очень удобно. Но у меня нет пинцета сейчас. Есть, но неизвестно где он, с этими ремонтами. Надо купить такой пинцет, вот длинный. Да, и на веревочке его привязать. Нет. На шею повесить. Работать. Так, здесь застрял несколько перчинок. О, семянушек. Ну да, это и перчинки можно назвать. Так. Это под номером 1. И вот сюда вот высыпаем аккуратненько. Такая работа, если честно. Фу, кто-то был мокрый. Все, и теперь вот так вот каждую высыпаю и начинаю вот работать немножко их так друг от дружки. Ну да, чтобы так. Они не соприкасались. Так. Чтобы они у меня сиреневые не стали. Да ничего, их специально бывает, она докрасит. Ну куда их обрабатывают, допустим, там какими-то этими химикатами, там разных цветов они бывают. И специально эту краску добавляют, чтобы, допустим, понимали, что там синий такой химикат, там красный такой химикат. Короче, поход на долго, да? Ювелирная работа закончится, так получается. Туда надо. Смотрите. Мочу кончик ложки. Давай, а то сейчас как назло. Вот она, видите? Опа, и прилипает. Опа, и удобно, ну, тоже. Не нужен. Ну да, с одной стороны, и удобно. Опа. И нормально. Иногда промахи бывают. Думаешь, что пинцетом схватишь с первого раза. Бывает, что и не с первого раза ты подхватываешь. Вот и все. Вот посмотрите, как у меня получилось. Вот так. Теперь я точно так же диски подписала. 5 дисков у меня. И также закрываю сверху на одну ручку. Прикладываем также одну ручку. Двоечку. Так, четверочку. Как-то не по порядку пошла. Вторую. Да как лежали, так и положила. И пятерочку. И точно так же смачиваем. Напишите, кто чем смачивает, кому чем удобно. Так, я боюсь, что видишь, что это... Чё? Размоется все. Ну ты запомнил, как ты в шахматном, не в шахматном порядке, все как положено. Можешь снизу на контейнере подписать еще. Нет, контейнер я не буду портить. Не заливаем, чтобы тут болото не стояло.
Осмачиваем просто. И потом всегда следим, чтобы влажность здесь была не сухо. Ну, чтобы диски мокрые были. Да, тут, не пойму, троечку делал, нет? Нет, не делал. У нас такой, слушайте, ураган на улице. Такое ощущение, что у нас крыша наша отлетела, уже где-то летает. Ну, утром поймем. Никакого утра, я спать не смогу, мне надо сейчас выйти и это проследить, посмотреть. Так, и нужно будет записать еще, вот сегодня какое? 13 февраля. Что мы это все сделали? Время будешь записывать? Нет, обойдусь. Нет. Потому что время 11 минут 1 и уже 14 февраля. Ну, я написала 13. Ну да, начала. Котик! Начала ты 13. И грузи мои пальцы. Да. Все, закрываем крышкой. В темное, теплое место. У нас здесь, не поверите, отдай мой тапок, блин, а? Засранец, обосранец. Вот здесь. Ладно, забирай тапки уже, с тобой толку нету бороться. Вот здесь очень теплое место, прям мега теплое. Мы, наверное, просто закрутим. Ну, пожалуйста, пилотик, я тебя умоляю, на видео хотя бы себя веди поприличнее. Ну, всегда получается. Сделай вид, что ты это послушный. На видном месте, это в темноте, и ты всегда будешь это подходить и проверять. Да. И все, и пусть здесь стоит. Так. Здесь тепленько, здесь такая стена теплая. У нас здесь дымоход от газового котла, поэтому она теплая стена. Угу. Ты слушай. Ладно, все, всем пока. Хорошего нам урожая. Я даже показываю, что у тебя в руке? Да. Ну давай, так я уже включила. Вот повыше не видно. Что это? Это что? Ну яйцо. Ну, потрогай его. Я вижу уже, что оно какое-то мягкое. Прикол? Она не досидела, ты ее еще согнал? Нет, я там никого не было. Оно, знаете, даже... Я даже не могу объяснить, что это за качество. Прикольно, да? Оно резиновое, как... Оно... Так, наверное, не давящ, как пусканет. Оно реально, оно резиновое. Посмотрите, яйцо. Прикол, да? Прикол. Все, на Инстаграм засними сейчас. Давай, покажем. Мою пол. А этот бандюха маленький, который мне не дает его мыть. Вот здесь сидит Рушан, его держит, помогает мне. Не сопротивляется? Нет, ты что мне ешь? Ой, он и за тряпкой, он и за перчатки хватает. Ой, кусочка, а, кусочка маленький. Пилотик, ты зачем кусаешься, а? Смотри, за нас. Вот за ухо, когда он кусает, так приятно. Такой мини-массажик. Ну, да. Гнать ухо. Да не руку, но ухо на. Ну-ка, будешь ухо кусать, нет? Так, это когда я его к себе прижимаю, беру, он тогда за ухо кусает. О. Все, давай. Дальше в том же духе лежи, отдыхай. Да сейчас. Я уже отдыхаю.